Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о вере, сомнении в вере и неверии. Неверие – это тоже духовное состояние, неверие в существование Бога, неверие в бессмертие своей души. Все это рождает в человеке его полную безнаказанность за действия по отношению к людям, к обществу, к самому себе. Неверующему, конечно же, жить проще. Если в некоторых людях хоть каким-то тормозом является его совесть, то для тех, для кого совесть не является главным ориентиром в их жизни, то ориентиром для них становится полный разгул страстей и пороков. Кто-то может возразить, мол, и христиане могут быть такими же. Конечно, могут, потому что это неверующие христиане. И объяснением этому служит данный ролик, если его досмотреть до конца. Но самое главное в этом опаснейшем явлении – это, во-первых, то, что это явление искусственное, навязанное атеистическим обществом или духом времени, как это было в нашей стране в прошлом веке. Во-вторых, это дух противления, который не дает человеку подняться выше своих страстей и животных инстинктов, но это уже следствие первого. И в-третьих, это следствие второго. Это попытка зарекомендовать себя в обществе. Говоря о неверии, хотелось бы привести очень яркую цитату по этому поводу выдающегося французского мыслителя Блеза Паскаля. «Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него не верю, я теряю все». Привет, Дим. Привет, Ваня. Ты откуда? Да вот из храма вышел. Я вот хотел спросить, Дим, а почему ты туда ходишь вообще? Вот если существует в мире столько зла, там дети больные, наркотики, алкоголизм и прочие вещи, воины, которые, получается, создал Бог, он же не может быть любящим тогда. Я не могу это себе представить, такого Бога, поэтому я в Него не верю. Понимаю твои мысли. Смотри, Вань, а ты откуда идешь? Из парикмахерской. Вань, парикмахеров не существует. Да ладно, Дим, а кто меня сегодня стриг? Нет, их не существует, иначе бы не было столько небритых и заросших людей. Ну так дело не в парикмахерах, люди сами к ним не приходят. В том-то и дело, и я о том же. Бог есть, просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много боли и страданий. Сомнения присущи любому человеку. И этого не стоит пугаться, так как это нормальное явление. Ведь если существует посмертный опыт, то они настолько скудны по отношению к истории всего человечества, что невольно у любого человека возникает множество неотвеченных для себя вопросов, которые и рождают в сердце человека сомнения. И главным врачеством от этого служит чтение Священного Писания и житие святых. Теперь хотелось бы пояснить, что такое вера. Если сказать проще, то наша вера в Бога – это не какое-то статическое состояние, которое либо оно есть, либо его нет, а нечто иное, как индикатор приближенности или удаленности человека от Бога. Как на звуковых индикаторах, есть зеленые и красные зоны. В зеленой зоне сигнал слышится очень тихо, а в красной – перегрузка.
Именно это и служит объяснением тому, что среди христиан встречаются самые настоящие злодеи, которые не следуют христианству. Или почему священник может стать неверующим? Да все потому, что сердце стремится не к Богу, а к деньгам, почету, уважению, а еще хуже к страстям и порокам. Но все же есть духовный фактор, который сдерживает падение человека в вере. Это добрая воля. Иногда можно услышать такую фразу: «В душе теплится огонек веры». Вот это маленький огонек веры, словно огонек лампады перед иконой. И есть добрая воля в сердце человека. И пока он горит, Бог не допустит человеку духовно умереть. Вот это маленький огонек веры, словно огонек лампады перед иконой. Поехали, да? Все, стоп. Все, собрались, ребята.